Стас, поздравляем с подписанием. Расскажи свои эмоции. Спасибо. Ну, доволен, что подписался с такой действительно хорошей командой. Вот, и знаю, что здесь болельщики такие достаточно громкие и шумные, поэтому очень рад, что оказался здесь. А как возник вариант с Гомелем? Мы связывались со спортивным директором, вот, еще, наверное, летом. Ну и поддерживали связь, разговаривали, обсуждали. Вот так и получилось. Сложный сезон достаточно был, вот, и молодой состав тоже, мне как с вратарской позиции тяжелее организовывать всю эту оборону, но на самом деле для меня, я считаю, что он был достаточно продуктивный в плане того, что я много опыта набрался за счет этих же матчей с молодым составом, где надо было гораздо больше усилий прилагать, поэтому я доволен прошлым сезоном, но не результатом, а в принципе в целом опытом полученным. И твои личные цели на нынешний сезон? Как минимум добиться действительно хороших результатов с командой и побороться за медали хотелось бы. Вот. Ну и понятно, что сухари для вратарей все-таки очень достаточно хороший показатель. И по поводу сборных, ты вызывался практически во все возраста, начиная от юношеских, начиная, заканчивая молодежной. Есть ли цели попасть в национальную сборную? Конечно, есть. Это достаточно для спортсмена это хороший показатель. Я думаю, что каждый футболист должен стремиться выступать за свою сборную.